Между тем, из 50 ледовых переправ Якутии на сегодняшний день официально закрыта треть. В их числе и зимник федерального значения у города Якутска. Но несмотря на запрет, а он обоснован, некоторые водители продолжают рисковать жизнью и выезжают на лед. Виталий Абрамов продолжит. С закрытием переправ уже традиционно на борьбу с водителями, у которых, скорее всего, весеннее обострение, начали проходить совместные рейды инспекторов ГИМС, ГИБДД и административных комиссий. Работа ведется с обеих берегов. Бывает, что нарушители замечают комиссию издалека и начинают кучковаться недалеко от берега или вовсе разворачиваются, тем самым создают еще больше угрозы для своей жизни. То есть на данный момент и едут и грузовые машины до сих пор, также легковые, детей перевозят. Среди остановленных находятся и такие, которые пытаются лукавить. Якобы они с утра стояли там на песках, пили чай и вот, наконец, решили поехать в город. Как говорится, чай вкуснее на переправе, да? На закрытой переправе. Однако следы воды и грязи, а также общение с пассажирами выдает профессоров конспирологии. Им уже не отвертеться от штрафных санкций. На физических лиц от 3000 рублей до 5000 рублей, на должностных лиц от 20000 до 50000 рублей и на юридических лиц от 100000 рублей до 1 миллиона рублей. Как говорят участники рейда, эффект от их работы уже есть. Массовости, как в прошлые года, уже не наблюдаются. А тем временем сезонные дороги продолжают закрываться. Закрыты переправы федерального, республиканского значения. Центральной, южной, западной, Вилюйской группы районов. Остались ледовые переправы муниципального значения. Ориентировочный срок закрытия которых 20 апреля. На период приостановки автомобильного сообщения между Якутском и Бестяхом будут курсировать суда на воздушных подушках. С завтрашнего дня хивусы уже будут стоять на Даркылахе. Это штук 6-7 воздушных подушек уже будут курировать. Цена, значит, такая же. Начинаем с 1000 рублей. С 1 мая уже дорога ломается, это все, лед поднимается, цена поднимется до 2000. Потом копайте по ходу очищения реки, обратно упадет цена на 1000 рублей. Уважаемые водители, во избежание трагедий призываем к вашей сознательности и ответственности. Не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и жизни ваших пассажиров. И следите за установленными знаками у переправ. Виталий Абрамов, НВКСХ, Якутск.